Череп состоит из 23 костей и делится оно на две части, мозговой и лицевой. Мозговой состоит из 8 костей, из них 2 парные, а 4 непарные. Например, как лобный, теменные, височные, затылочные, основная и решетчатая. А лицевой состоит из 15 костей, из них 1, 2, 3, 4, 5, 6 парных. Остальные непарные. Это верхнечелюстная, скуловые, носовые, слезные, нижняя носовая раковина, небные и нижняя челюсть, сочник и подъязычная. А туловище состоит из позвоночника, грудинной клетки. Позвоночник состоит из 33-34 костей. 5 отделов. Шейные 7, грудные 12, поясничные 5, крестцовые 5 и копчиковые 4,5. Кости рук состоят из ключицы, лопатки, плечо, предплечья, лучевые и локтевые, запястья, пясти, фаланги пальцев. Кости ног. Кости ног состоят из тазовая кость, бедренная, голень, большеберцовая, малоберцовая кость, надколенники, предплюсная, плюсная и фаланги пальцев. Приходите к нам учиться в Мадинабану.